Він говорить, що всім тим, хто хоче і в кого є мрія, головне не зупинятись. І тоді все буде. Так було в нього, так буде і у вас. Сьогодні в «Ексклюзиві», як завжди, ексклюзивний гість. Гість київського сезону. Музикант, композитор, соліст гурту «Аква Віта». Як гадаєте, хто? Ігор Балан сьогодні. Всім привіт. Вітаю вас. Да, привіт. Я дуже вдячна, що ви знайшли час, завітали, знайшли можливість. Як ваш настрій? Да, все супер. Ігоре, ви родом з Малої Виски, так? Ну, я там родився, а вирос я рядом, поселок Смоліна. А чому переїхали з батьками, я так зрозуміла? Ну, это у родителей надо спрашивать, что они решили переехать. Ну, видимо, там просто шахту открыли только тогда. И, видимо, появилась там работа, и поехали туда. Тобто, виходить, дитинство ви своє провели в Смоліну? Да. Як згадуєте? Фу, ну, так кльове, нормальне було дитинство. З футболом, рибалкою, с лазаньями по деревьям. То есть все, как у нормальных советских школьников. Ну, с посмешкой? Ой, я не знаю. Ну, естественно, с улыбкой, потому что, ну, в принципе, хорошо было. В детстве вообще всегда хорошо. А какими были ваши батьки? Ну, они, слава богу, есть. В дитинстві я маю на увазі, якщо згадувати. Ну, мне тогда казалось, что у меня самая идеальная семья. Вот, то есть мне вот казалось вот как-то так, что вот мы самые такие правильные. Вот, отец работал на шахте, мама тоже. Вот, то есть папа спускался в шахту, а мама его опускала и поднимала. Звучить так філософськи. Опускала і піднімала. Ну, імеється в виду в забої. Ви згодом переїхали до Кропивницького, чи батьки залишились там, Смоліна? Ні, родители там і остались. Я просто поступив в музикальне училище. Вот, і таким образом переїхав в Кіровоград. Ну, і так сложилось, що там я остався на 8 лет. Поэтому... А чим ми просто вже про батьків говоримо, так, щоб завершити цей блок, чим вони зараз займаються? Ну, вони зараз пенсіонери, тобто папа, скажімо так, в хобі ходить на рибалку, тобто, хоча він і тоді це любив, ну, а зараз це у нього єдиний вид, так сказати, досуга. Часто бачитесь? Ну, честно говоря, не очень. С папой чаще, потому что он так и в Смолино остался. А с мамой то реже, потому что она переехала в Крым. Ух ты. Да, ну это как раз перед самыми вот этими событиями. Еще тогда никто не знал, что вот это все начнется. Немає, знаете, как говорят останнім часом, семейных конфликтов с цього приводу? Ну, дело в том, что я уже больше прожил сам, чем с ними, поэтому мне конфликтовать на эту тему совершенно неинтересно и, думаю, не нужно. Они живут так, как им хочется, вот, и, в общем-то, я тоже. А с мамой, коли крайний раз бачили? Честно говоря, уже, ну, наверное, пару лет. Сумуєте? Ну, а как же? Хочется периодически все-таки съездить, тем более, что... Моя сім'я дуже любить Крим, і ми завжди туди їздили відпочивати. Вот. А вже кілька років саме в Крим не виходить. Я знаю, що ви мріяли стати футболістом, принаймні в інтерв'ю знайшла таку інформацію. Стали музикантом. Як так вийшло? Ну, я не знаю. Діло в тому, що це мені батьки як-то ну, вот, не розрішили, да, мені, тому що когда мне нужно было поступать, то есть у меня, я вообще хотел уезжать в Донецк, то есть именно футбольная школа, то есть при которой среднее образование вот, там давалось, и я уже все, и, в общем, чуть ли не документы сдал, вот. Ну, потом в какой-то момент меня запретили. Я сейчас у мамы спрашиваю постоянно, говорю, мама, почему ты не разрешила мне идти на футболиста? Говорит, а что, футболист разве это профессия? Говорю, нет, говорю, музыкант это профессия. Ну, не жалкуете?
Ну, я не знаю, как сложилось бы. Ну, тут жалеть очень сложно о чем-то. Сложилось так, как сложилось, потому что я не жалею о том пути, который у меня получился, именно в музыкальном плане. Поэтому жалеть, в общем-то, наверное, нечего. Никто не знает, что там могло быть. Футбол — это тоже такая вещь, что тебе могут поломать ногу, и все, на этом и кар'єра закончилась. Да. Ви згадали за музикальну школу. Порадили вам батьки туди поступати? Чи ви вже тут самостійно приймали рішення? Ні, ну це у мене, я ж говорю, у мене було дві таких от ветки розвитку, тобто музика і футбол, вони йшли паралельно. От. І якщо не туди, то значить от туди. Тобто варіантів не залишилось. А який клас закінчували? Ви маєте в виду спеціальність? Так, народник, я баяніст. Ух ти. Бывший. Чому баян з собою не взяли? Чесно говоря, його вже у мене і нету. Я вже, наверное, нічого не сыграю на ньому, так що не обов'язково його мати з собою. А скільки вам було років, коли ви в музикальну школу поступили? Не в школу, в училище. В училище. Кіровоградському, да. Это мне было 16, по-моєму, или 15. 86-й год. І що було після цього? Після училища? Ну, сначала было 4 года училища. Вот. Кстати, оно мне очень много дало. То есть я почему на баяниста, кстати, поступал? Потому что тогда не было специализированных каких-то музыкальных образовательных вот вещей эстрадного типа, да. То есть вот было вот либо что-то симфоническое, академическое, либо вот народное, ну, еще духовое. Вот, поэтому, в общем, пошел на баян. Именно по этой причине. Но дело там даже не в этом. Просто именно когда я после 4 лет обучения в училище, я просто, если раньше я все подбирал там, да, то есть то я начал слышать, то есть, ну, слышишь песню, да, и уже ты, в принципе, знаешь, какие гармонии, что применено и так далее. Пришли к цьому. Да. После училища что было? Ой, ну что после училища? После училища я женился нечаянно, вот, прям, ну, правда, быстренько и развелся, ну, так, потому что... Опять же, на родителей за это немножко обижаюсь, надо, говорю, было бы меня посадить куда-нибудь в погреб, чтобы я посидел туда там пару недель, успокоился, да. Вот. Ну, и после этого я, получается, с 91 по 96 год, вот, то есть работа в ресторанах, свадьбы, это в Кировограде именно, вот. Ну и параллельно искал какие-то вот формулы создания своего какого-то проекта. То есть мы начинали с рока, то есть нас там было несколько человек. Вот. Потом, опять же, по экономическим причинам, то есть был кризис сумасшедший, 92-й, там, 94-й год. То есть мы просто разбежались. А я решил, что пойду дальше. Вот. И тогда просто я увидел объявление в газете, что-то там, я уже не помню, как она называлась. Ну, самая ходовая это так была в Кировограде, но я забыл. Вот. И объявление по поводу отбора на Червону Руту 93-го года. И вот тогда я уже начал первую попытку, свою сделал. Вот. Тогда я не прошел. Ну, ничего. Кстати, не прошел. Почему, наверное? Потому что оборудования вообще для записи на тот момент не было. То есть я таким способом записал себе 3 фонограммы. То есть брал 2 магнитофона, на один записывал барабан, и потом записанное включал в пульт, доигрывал, записывал на другой магнитофон. Потом опять же все творчая наоборот. Творчая людина, творчая всем. То есть и таким образом я сделал себе 3 фонограммы. Очень жалко, что они не сохранились. Даже не знаю, куда они делись, но очень жаль. Самому было, ну, прикольно послушать сейчас. А в Кропивницькому часто буваєте загалом? Ну, от ми були останній раз з концертом в прошлом году. Тобто, періодично буваємо. Про проєкт «Аквавіта», звичайно, я не можу просто не поговорити на цю тему. Це був найпопулярніший, так, проєкт 90-ті роки? Ну, можете погодитись?
ну, если так люди говорят, значит, так оно, наверное, и было. Ну, выходя на сцену, конечно, по уровню шумодавки, да, то есть зрительной, то у нас было больше всего, наверное. Я переглянула багато інтерв'ю, і ви особисто говорите, що ви – це той момент, коли ви прокинулись відомим і прокинулись вже не таким популярним. От ви самі так говорите. Ну, дело в тому, що мені складно об этом сказати. Проблема в тому, що зараз стало намного тяжелее попадати в телеефіри. Вот, то есть все очень монетизировалось, вот, и учитывая те факторы, которые, скажем, вот взять там национальную аудиокомпанию, да, на которой издавались на тот момент кассеты, компакт-диски, вот, если бы мы получили те гонорары, которые должны были получить, возможно, мы смогли бы играть дальше по уже нынешним правилам. Вот. А эти правила изменились, и очень сложно выдерживать. Ну, я не знаю, где найти чемодан с золотом, то есть для этого, и сколько их нужно, этих чемоданов, на данный момент, чтобы быть постоянно в эфире. Вот. Но когда мы выходим сейчас на концерты, да, уже вот в новом составе даже, я не вижу какой-то большой разницы. Периодически мне кажется, что ничего не изменилось. То есть люди принимают очень хорошо и подпевают практически все песни. Вот. А инакше это вообще, у меня шутка пошла, как я объявляю, а сейчас будет украинская народная песня. Это просто інакше. І поем все хором. То есть, ну, переформатували. Поэтому, скажем, популярность, она как была, так она и есть. Просто не хватает немножко, как бы... Ну, то есть, если бы это было в эфире сейчас, то все, в принципе, было бы где-то так же. Ну, а не сумуєте за тією ейфорією, яка була під час... Не, ну, сейчас, конечно, складу. Этого не хватает, потому что, ну, как бы работы, ну, меньше... Ну, опять же таки, очень сложно сравнивать те времена и сейчас. Тогда не было ни Фейсбука, ни Ютуба. Вот, то есть мы просто могли анализировать что-то по присланным письмам. Да, там. Вот. Сейчас я это анализирую по, там, допустим, количеству просмотров. Вот, и поэтому не могу сказать, что там прямо так все плохо. Накручивать просмотры, именно как многие делают, я считаю это неправильным. Почему? Потому что ты не понимаешь на самом деле, ну, реальную картину. Вот, то есть накрутить себе там миллион там просмотров или полтора, да, и потом это показывая, вот смотрите, а что с этого? Это же ничего не значит. Вот, поэтому лучше честно видеть, да, допустим, если у тебя там доходит там до 100 тысяч просмотров реальных, ну ты понимаешь, ну да, значит что-то пошло. Вот, если смотришь, что что-то не идет, ну значит что-то не нравится. Тем не менее, Аквавита продолжает свое существование, да. Уже новый склад. Так, да. Нова солістка. Розкажіть про неї. Розкажіть про те, як ви... Ну, зараз зрозуміло, карантин, зрозумілі умови. От взагалі, як функціонує група? Ну, з Альоною ми познайомились у мене на студії. Тобто вона прийшла ко мені як просто клієнтка записати кілька пісень. Вот. І от мені щось от таке прийшло в голову, думаю... Наверное, какой-то голод начал наступать уже там, спустя там, 10 лет паузы. Вот я решил попробовать, предложил, она согласилась. И мы сделали клип. И самое интересное, что сразу, в принципе, оно все пошло. У нас было 4-5 концертов в месяц. Это, в принципе, практически уровень 90-х, конца 90-х годов. Ну, может быть, чуть-чуть меньше, но тем не менее. Вот. А потом началась война. АТО, так, я не знаю, как оно уже там называется. Uh-huh. В общем. Вот. И, конечно, оно все как обрезало. То есть, ну, то есть это все происходит, но не в такой интенсивности, конечно. Первые 2 или 3 года я вообще не понимал, что делать. Ну, то есть, как бы у меня у самого племянник там погиб, вот на Березниках здесь жил. Вот, и мы просто эту всю картину видели своими глазами, и я вообще не понимал, как писать веселые песни, как их проталкивать. Ну, в общем,
3, наверное, года точно просто вилетіли в трубу, я не, ну, просто не понимал, что делать. Потом ну, мабуть, просто, це було і недоречно. Ну, возможно. Ну, многие все равно продолжали, то есть, вот, потом все-таки я решил, что нужно все-таки что-то делать, и так вот появился следующий клип, а в этом вот году еще один сделали. То есть, в принципе, работаем, все нормально. Як ви приїхали до столиці? Що вас спонукало? Ой, ну... Як вас прийняв Київ? Жорстко прийняв. Я зараз навіть розкажу. Це був 96-й рік. Тобто в 95-му ми якраз повернулися з Червоної Рути. І... как-то прямо в Кировограде, прямо на улице ко мне подошел какой-то представитель депутата какого-то и предложил, чтобы мы проехались с предвыборной кампанией там. Естественно, для меня это было ну, такой шанс получить какие-то финансы, чтобы дальше развиваться. Вот. И полгода, в общем, эта вся история тянулась, они что-то решали. То есть сами предложили, и потом вот это меня сбивали, приди завтра, приди послезавтра. И так прошло лето. Вот. И вот у меня сорвало просто. Я просто решил порвать полностью, изменить все. Собрал вещи, которые у меня были, сел на автобус и поехал в Киев. Вот. И самый парадокс, что по пути в автобусе у меня украли деньги. То есть, ну и это даже это меня не остановило. То есть я приехал в Киев уже ну, практически ну, темно было. Куда мне было идти? Это единственная зацепка была студия «Пионер». Там мы просто записывали пару песен когда-то. Я просто туда пришел и попросил, говорю, возьмите меня аранжировщиком. Вы там и ночевали, да? Да, да. Я там жили. Целый месяц жил. Я за это очень благодарен. Потому что, ну, это была как перевалочная база какая-то. То есть и этот месяц я делал аранжировки, начал зарабатывать какие-то деньги и параллельно ходил на всякие, скажем, агентства, да, предлагал проект, ну, чтобы взяли как под продюсирование и так далее. Ну и вот с территории А у меня это получилось. И после этого уже пошел другой этап. Як територія взагалі вплинула на ваше життя? Ну, она, ну, как? Если бы не територія, то, наверное, скажем, не было того, не было бы вообще того, что было. То есть это как стартовый плацдарм. Даже, может быть, уже не стартовый, а какой-то как самолет, когда взлетная полоса получилась. Вот поэтому я им тоже очень благодарен. Ігор Балан як виконавець відійшов на другий план. Попереду постав Ігор Балан – композитор. Цю інформацію я взяла на вашому ж сайті. До того ж, ви ще й саунд-продюсер. Хто ви зараз в першу чергу? Я думаю, что нет такого, что это все в одно в целом. Просто, скажем, основная часть артистов, да, они то есть заказывают песни у разных, скажем, продюсеров, пишут это все на разных студиях. Я просто все в одном флаконе. То есть, под ключ. Я под ключ все пишу, все делаю, свожу, аранжирую и так далее. То есть, ну, мне просто... И, в общем-то, почему так получилось? Потому что, когда начинали делать первые песни, опять же, вот на «Червоную Руту», когда уже в 95-м году уже я прошел там, да, и когда нужно было написать новые песни, заказали у другого аранжировщика. Ну, вот они там что-то так решили на самой «Червоной Руте». Сейчас перезапишем уже. Да. Да, хорошо. С какого места? Ну, мы вроде не очень далеко ушли. А вы можете начать сначала? Давайте. Чем конкретно? Давайте под ключ. Да, под ключ. Тобто, виходить, ви все робите під ключ. І пишете, і аранжируєте, і продюсуєте.
так? Ну, совершенно верно. То есть многие артисты, они идут для того, чтобы сделать себе репертуар, заказывают песни у продюсеров, композиторов, пишут это на разных студиях. У меня получилось так, что я все это делаю сам. А почему так получилось? Потому что, вот, например, когда мы в 95-м году ехали на «Черную руту», нужно было сделать 3 песни, и, ну, нам дали аранжировщика. В общем, и когда мы услышали то, что ну, он сделал, я все это забраковал, сел и все сделал сам. То есть таким образом получилось «Жамин Джибао». Вот, «Я жду» и еще одна какая-то песня уже, ну, неважно. И после этого я понял, что мне не нужно, ну, не нужен никто, потому что именно получается самобытность именно тогда, когда ты делаешь все сам. Вот. Поэтому так получилось, что я этому научился за все эти годы, полностью весь вот тракт, ну, делаю сам. И поэтому работаю еще как саунд-продюсер с другими артистами, то есть придумываю песни. Кому вы зараз пишете песни? Ой, ну, я постоянно с разными артистами. То есть нет такого, что я с кем-то одним. Есть очень много известных, неизвестных. Мы можем пройтись там по с ведомым хотя бы. Да. Ну, Виктор Павлик, понятно, да. София Ротару, Ирина Билык, Поплавский. Очень много народных наших, там тут, господи, прости, Матвейчук Анатолий, Марьян Гаденко. И очень много молодых начинающих. То есть процес идет постоянно и беспрерывно. Скільки загалом написали пісень за своє життя? Ну, это очень сложно посчитать. Если вот взять с 90, да, там, 93-го года я вот начал свою деятельность, это уже 27 лет, да, в среднем в месяц идет около 5 работ в месяц. Вот поэтому очень, очень сложно, так сказать, не знаю. 1000 есть? Ну, наверное, есть, конечно. Як проходить зараз ваш день? Чим ви займаєтесь? Ну, я работаю постоянно. То есть у меня... Вы на звукостудии, чи дома? Ну, у меня просто студия дома. Угу. Поэтому я... И почему дома? Потому что мне так удобней. Киев — это такой город, что пока до студии, если там где-то арендовать, пока туда доедешь, уже, уже ничего не хочется. Потом приехал назад, полдня прошло. И парадокс еще в том, что когда вот... Ну, я по себе заметил, не знаю, как у кого, если я вот в город выхожу хотя бы на полчаса, на час, я прихожу уже, ну, мозги не те, не знаю. То есть мне лучше всего, вот я просыпаюсь, кофейка попил, и все. И садишься, потихоньку входишь в рабочий процесс. Игорь, яка ваша песня найбільше вас характеризує? Ну, на данный момент мне кажется, что это последняя песня «Объемом на ветру». Ой. Чуть не заспевала. Ну, мне кажется, что это, ну, на данный момент, мне кажется, что это лучшее, что я написал вообще. Ну, потому что иногда вот стараешься, что-то вот пытаешься входить в какой-то астрал, но вот что-то не выходит. Вот все равно оно потом, вот слушаешь уже результат, ну, вроде ничего, но не то. Здесь получилось просто феноменально, и, ну, мне самому реально нравится. Ви для себе її писали, так? Да, конечно. Ну, насправді я хочу сказати комплімент, тому що я її послухала один раз, і вже потім ведуче я її співала. Запам'ятовується, це дуже хороший знак. Ну, мені дуже приємно. Самий цінний момент вообще в любой музиці, в любой пісні – это вдохновение. То есть вот я, например, отличу любую песню, написана она
под заказ, либо это написано по вдохновению. На автомате чи через музыку? Ну, то есть сейчас очень многие пишут под референс, то есть, например, какую-то берут песню популярную, вот, и что-то в этом духе, вот, начинают там типа мастерить. Вот. Или вот другой момент, именно который я ценю больше всего, это когда написано по вдохновению, то есть когда вот что-то такое внутри происходит, тебе нравится то, что ты делаешь, и ты остановиться не можешь, и оно вот, не знаю, комом каким-то снежным идет. Як ви писали «Обійми мене вітром»? Ну, ее, на самом деле, идея вообще музыкальная еще полгода назад получилась. То есть именно набросок музыкальный. Потом я долго очень искал текст, и мне прислала поэтесса Надия Семена, да, сборник своих стихов. И вот я вот за один зацепился за строчку. Мы потом уже, конечно, все переделывали там. Я там тоже менял кучу всего, заставлял. Она тоже там что-то сопротивлялась очень долго, но потом в конце концов я дожал. И когда я уже увидел, ну, что вот оно получилось, то, что уже есть, то оно, конечно, да. Но самое главное, что там было за что зацепиться. Вот. «Обійми мене вітром, кочовим перелітним». Вот, ну, как бы вот за это и. Вы пишете лише українською? Нет, почему? На русском языке тоже много песен. Но «Город зеленого цвета» — это, как бы, наверное, одна из самых популярных моих песен. Вот, поэтому... Ну, на английском не пишу. Ще все попереду. Ну, я считаю, что это не совсем правильно. Чтобы написать на английском языке нормально песню, нужно там родиться и там вырасти. А так это все, это как у нас приезжают там с Узбекистана там, и, или там из Грузии, да, и вот поют на украинском или на русском языке, ну сразу же слышно, что ну, не отсюда, товарищи. Вот. Точно так же, если будем писать на что-то на английском, на немецком, на испанском, все равно это будет слышно. Поэтому лучше этого не делать. Ну, это мое мнение. Краще украинскую. Украинскую або... Или русским. Про особисте трішки. Mm. Ваша дружина Людмила за кадром, поруч завжди. Ви познайомились в 96-му році. Так. Як саме це було? Як ви зустрілись? Ну, це було якраз через місяць після того, як я приїхав в Київ. Тобто я працював на студії «Піонір». А у этой студии «Пионер» были там какие-то свои подвязки с национальной аудиокомпанией. И там был какой-то праздник, и, в общем, меня позвали туда. И так получилось, что она была тоже приглашена, и вот мы встретились. Чем зачепило? Что сподобалось? Ну, в первую очередь, ну, симпатия, она ж, ну, чем ее можно объяснить? Если она появилась, то, значит, чем-то зацепила. А вообще, то больше всего, понимаете, как вот на тот момент я, вот эти полгода, это было как хождение по каким-то мукам. Вот. И когда тебя согрели, тебя обняли заботой, лаской, и, ну, я не знаю, это было что-то так. Я просто понял, что я уже никуда не уйду. Мне Але просто было не с ней хорошо. Через деякий час знайшла інформацію, що ви розлучились. Ну, ви розумієте, там пішла просто вже известность. То есть... Яка заважала, мабуть, сімейному життю, так? Ні, просто почали з'являтися дівчатки, фанки. Тобто вони там начали чуть ли не жить под подъездом. То есть невозможно было ни пройти, ни в общем, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Вот. И ее это, ну, скажем так, обижало, раздражало. То есть, ну, это, видимо, ревность. И поэтому ну, она решила, что все, нам не нужно. Вот ты уже пойдешь своим путем, ты уже сильный, вперед, типа. Вот. И я уехал тогда на гастроли как раз на неделю, уже не помню куда. А когда приехал, меня ноги сами повели. Вот. Я прихожу, а оказывается, она меня ждет.
Кохання перемогло. Так, да. І тому, в общем, ми вже не експериментували. Потом она стала менеджером проекта, то есть мы уже везде на гастроли ездили вместе. Вот, то есть... А не набридало разом бути постійно? Та нормально, наоборот, веселее. То есть, оно ж тоже, когда один, тоже грустно. Згодом стало ще веселіше. У вас з'явилась донька, так? Ну, это уже от в 2008 году. Это уже довго чекали, так? Ну, как? Нет, я недолго ждал. Дело в том, что как раз так получилось, где-то в 2005, так что, если не соврать. Я просто начал за собой замечать, что я обращаю внимание на мамочек с колясками там, что-то такое, то есть на маленьких деток. И что-то мне как-то захотелось походить в садик на эти все утренники. Вот. И получилось, я 3 года подождал. В общем, я считаю, что недолго ждал. Коли дізналися, що станете батьком, пам'ятаєте? Конечно, да. Розкажіть про цей день. Ну, Людмила прийшла із клініки, сказала, що все, попали. Я говорю, я нічого не знаю, будемо рожати. Вот это были мои слова, я их запомнил. И все, и мы приступили к подготовке. Как изменилось ваше життя после появы Алисы? Ну, изменилось оно кардинально. Так совпало, что как раз мы смогли на тот момент построить себе квартиру, и ребенок уже въехал как раз уже в собственное жилье, не съемное, там, не общежитие, а именно уже в собственную квартиру. Поэтому у нас это было феноменально вдвойне или втройне, даже не знаю. Потому что все изменилось просто. А який вы батько? Ой, думаю, что неплохой. Неплохой. Я в любом случае, когда маленькая была еще Лизка, я каждые выходные старался куда-то свозить, либо в кино, либо в парк, либо на аттракционы какие-то. То есть я всегда старался уделять внимание. Сейчас, конечно, уже 12 лет будет, уже тинейджер, уже у нее там свои тараканы, уже они там со сверстниками там что-то тусят. Ну, в общем. Чем зараз захоплюются? Ну, сейчас карантин. Сейчас вообще непонятно, чем можно захопливаться. Я хотел бы сказать, да, что она любит мои песни там и поет их. Но на самом деле мы, например, позавчера записали с нею песню группы «Вузов». «Боже, это день колы». Как-то так. То есть она любит больше рэп-культуру, Но, тем не менее, мы пишем, у нас есть даже клипчик там, мы перепели доктора Албана, «Рагамафин». Периодически, когда она была маленькая, на школьных линейках мы пели. Музыкой мы занимаемся, но я не налегаю на том, чтобы она профессионально этим занималась, потому что, мне кажется, что сейчас лучше иметь какую-то более нормальную человеческую профессию. Це правда, що ваша дружина, я вважаю, дуже мудра жінка, дозволяла запрошувати фанаток додому? Ой, після того, як ви зійшли, зрозуміло. Да, смотрите, здесь немножко, опять же, смотря как это трактовать, потому что телеканалы, которые у нас снимали интервью до этого, все иногда вырывают с контекста и перекручивают вообще кверх ногами. На самом деле было все немножко не так. Просто когда мы читали письма, которые нам приходят, да, и периодически попадались суицидальные такие письма, когда девчонка там грозится наложить на себя руки, если я его не увижу, там вот такое, понимаете. И поэтому мы были в ответе за этих детей, по сути. И Людмила первая звонила и приглашала, мы встречались, ходили по парку. То есть таким образом мы успокаивали. Кого-то пару раз там мы приглашали домой тоже, просто чаю попить, там, я не знаю.
поговорить. І, кстати, після того їх попускало. Після особистого спілкування. Да, да. Не кожна зірка може дозволити собі це. Ну, я не знаю, як. Ми не могли, ну, як було по-другому, я просто не представляю. Чим ви зараз у вільний час займаєтесь? Як ви проводите з родиною час? Можливо, вам краще наодинці побути, аби там натхнення з'явилось? Ну, наедине теж іноді потрібно побути. Ну, в основному я наедине буваю тільки, коли працюю. Ну, то есть, так як у мене і робота, і хобі – це одно і те ж, вот, то, в общем-то, я, наверное, не отдыхаю в понятии людей совершенно. А единственное, что мы, когда с семьей просто собираемся, садимся в машину и выезжаем либо в лес, либо на речку, ну, по мере возможности, ну, вот такой отдых. Ну, и если есть возможность поехать куда-нибудь на море, ну, хотя бы раз в год, ну, пытаемся. В этом году, кстати, не получилось, к сожалению. Нічого, все ще попереду. Да. Ігор, на жаль, час летить дуже швидко. Які найближчі творчі плани на останок? Ну, плана очень много. Самое главное, не собираюсь останавливаться. Написать нужно еще очень много песен. И как минимум не один хит однозначно. Вот. И для себя, и для інших, мабуть. Да, конечно. Ну, мне просто нравится, как раз в этом мне нравится это состояние. Почему? Потому что, когда ты пишешь только себе, ну, от себя начинаешь уставать в какой-то момент, и эмоционально нужно перезагружаться, вернее, да. Вот. И помогает именно работа с другими артистами. Вот. То есть ты как бы уходишь, например, совершенно в другую струю. То есть, ну, как говорят, лучший отдых – это смена деятельности. Да? Ну, вот что-то, то есть одно полушарие там что-то там отдыхает, другое начинает работать. Ну, Блиц, готовы? Ну, давайте, пробуем. Наступная песня будет про? Натисни на серце плей. Ігрова пісня. Це вже як анонс, так? Так, ігрова пісня, ну, то есть, ну, это как раз аквавитовское такое движение, то есть не просто там люблю, не могу, а именно вот ігрова. В якому районі живете в Києві? Деснянський. А в Кіровограді, в Кропивницькому, в якому районі жили? Ух ти, господи. Я даже не помню, що в центрі жив. Приймається. Метро чи машина? Машина, звісно. Чай чи кава? Кава. Співати чи писати? Писати. Риса вашого характеру, яка вам не подобається? І, наприклад, вашій дружині? М'якість. Улюблений український рок-гурт. Ух. А от про це я щось так і нічого не придумав. Танок на Майдані Кона. Добре. Улюблений музикальний інструмент, окрім баяну. Мозок. Що зараз найголовніше у вашому житті? Ну, найголовніше – це, напевно, дитина і сім'я. Ви зараз щасливий від того, що ви маєте? Думаю, що так. Що ви маєте? Маю сім'ю, любиму дочку і любиму роботу, якою мені приємно займатися в будь-яке час. Тобто мені не скучно. Я дуже вдячна, що ви завітали. Дякую, що знайшли можливість, час, що ви відкриті. Я вам бажаю успішних проєктів, творчих, особистих. І найголовніше, щоб те, що ви створюєте, воно йшло в маси. І ми співали це. Ну, я дуже стараюсь. Дякую вам. Вам теж. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.